Программа «Официальный разговор» с вами. Здравствуйте. Руслан Стрелец, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, у нас в гостях. И мы будем говорить о промышленном загрязнении воздуха в Украине, о том, как это предотвратить и как контролировать. Здравствуйте. Здравствуйте. Правительством разработан законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения с жесткими нормами в соответствии с европейским законодательством. Законопроект предлагает ввести интегрированное разрешение на выбросы загрязняющих веществ для предприятий, которые являются загрязнителями окружающей среды. Давайте коротко охарактеризуем ситуацию с промышленным загрязнением в Украине. Ну, если одним словом, то ситуация очень непростая на самом деле. Во-первых, потому что на сегодняшний день... Так деликатно вы. Она непростая, она действительно непростая. Есть большое количество предприятий-загрязнителей. Это достаточно крупные объекты, которые формируют большое количество поступлений в государственный бюджет Украины, то есть фактически обеспечивают такую, знаете, промышленную безопасность страны. Но в то же время эти предприятия сегодня устарели. Оборудование, которое используется, оно морально устаревшее, оно действительно требует модернизации. Региональные власти, в том числе мы на национальном уровне проводим ряд работ для того, чтобы понять планы модернизации этих предприятий. Ряд работ – это с вашей стороны осуществляется контроль? Вы приезжаете с какой-то контрольной инспекцией на предприятие? Что значит ряд работ? Мы, как министерство, контрольную функцию не осуществляем. Для этого существует Государственная экологическая инспекция Украины, которая представлена на каждой территории, в каждой области есть соответствующее подразделение, которое проводит проверки. Мы, в свою очередь, выдавая разрешительные документы, контролируем. Во-первых, мы собираем предложения, что собирается делать предприятие. Мы хотим видеть их инвестиционные планы. Вы прекрасно понимаете, что модернизировать за один год то, что не делалось 50 лет, практически невозможно. Поэтому мы собираем инвестиционные кейсы, которые они собираются реализовать, смотрим их, анализируем, смотрим, каким показателям они должны прийти. Ну и наша основная цель на самом деле это то, чтобы предприятия достигали тех нормативов, которые сегодня определены Европейским Союзом, которые определены 75-й европейской директивой, для того, чтобы выбросы, скажем так, минимально влияли на селитебную зону, то есть на зону там, где живут люди. Вы говорите об инвестиционных кейсах. А правильно ли я понимаю, что речь может идти об инвесторах, которые будут вкладывать в деньги в модернизацию предприятий именно в контексте очищения воздуха, чтобы промышленные предприятия не наносили такой непоправимый вред здоровью украинцев? Ну, давайте будем честными. Инвестиция в экологизацию, то есть какое-то производство, скажем так, модернизация для того, чтобы меньше выбрасывать, меньше сбрасывать водные объекты, меньше образовывать отходы, эта инвестиция, она, ну, скажем так, нерентабельна. То есть это, по сути, если говорить с точки зрения бизнеса, то это нужно делать, исходя из социальной ответственности, исходя из понимания, что мы должны все-таки уменьшить техногенную нагрузку и прийти к более чистому производству. Но на сегодняшний день есть ряд инструментов, стимулирующих инструментов, которые заставляют бизнес, а если мы говорим о крупных предприятиях, то они все практически принадлежат частному бизнесу, то есть это фактически частный инвестор. Есть ряд таких инструментов, которые сегодня заставляют их это делать. Например, в Европе есть такое понятие, как Carbon Border Tax, то есть если, скажем так, произведенная продукция для ее производства выброшена больше, чем установлено количество выбросов углекислого газа, то есть фактически использовался уголь, то эта продукция при пересечении границы, она будет просто-напросто облагаться налогом. То есть фактически такого рода инструменты, они стимулируют к тому, чтобы предприятия модернизировались. Понимая, что ситуация очень непростая, на сегодняшний день разработан правительством и уже подан в Верховную Раду Украины законопроект под номером 4167, он зарегистрирован. Это закон, который предусматривает выдачу единого интегрированного разрешения и, соответственно, закон, стимулирующий все предприятия достигать норм выбросов, которые предусмотрены европейским законодательством. Да, они жесткие, да, они предусматривают использование наилучших доступных технологий. То есть, если мы говорим о
сегодняшней модели, то это стоит какая-то установка. Если мы хотим понять, что она выбрасывает или получить разрешение, мы должны приехать, померить по факту выбросы. По правилам она должна работать на 100% мощность. Как она включается или не включается в момент замеров, мы не можем это проконтролировать. И уже тогда рассчитываются параметры максимально допустимого выброса для той или другой установки. Использование наилучших доступных технологий предусматривает то, что мы фактически берем инструкцию к той или иной установке, которая предусмотрена технологией. Фактически производитель этой технологии, производитель этого оборудования гарантирует, что выше, чем какой-то параметр, выброс не будет осуществляться, если полностью придерживаться технологического регламента. Любые наднормативные выбросы, они могут быть исключительно при нарушении технологического регламента эксплуатации этого оборудования. Соответственно, модель взаимоотношения уже бизнеса и государства немножко другая. Да? Ты должен задекларировать наилучшую доступную технологию, да, ты должен инвестировать, и ты должен следить за тем, чтобы ее корректно использовали и не нарушали технологический процесс. Также этот закон предусматривает проверку Государственной экологической инспекции до выдачи, соответственно, такого разрешения. Только проверку не всего предприятия, а проверку конкретного оборудования, то есть конкретной технологической точки. Соответственно, если вот если депутаты поддержат этот закон, если все это будет, ну, скажем так, работать, то фактически я могу сказать, что взаимоотношения уже бизнеса с государством, это будет уже не так, как сейчас, да, там, догнали, не догнали, оштрафовали, не оштрафовали, закрыли и тому подобное. Фактически это будут, ну, можно сказать так, партнерские отношения, когда бизнес будет заинтересован пригласить инспекцию и доказать, что та или иная установка работает корректно и предприятие имеет право получить на это разрешение. Отношения государства с государством. Остались ли крупные промышленные предприятия, которые принадлежат государству, и какая там история? Ну, если мы говорим о самых крупных предприятиях Украины, да, мы для себя выделяем там 25-30 самых крупных предприятий, то они не являются государственными, это частные объекты. Как правило, это финансово-промышленные группы, как правило, это крупные иностранные инвесторы, ну, которые уже там много лет используют предприятия. Я отдельно хочу сказать, что бытует такой миф, что никто ничего не делает, да, то есть берут там, используют эти объекты, да, выжимают из них все соки и тому подобное. Ну, просто состояние воздуха в Запорожье, в Кривом Роге, оно красноречиво доказывает, что вот этот миф, как вы говорите, он, наверное, отчасти миф, а отчасти правда. Я хочу вам просто привести один кейс. В Мариуполе есть одно промышленное предприятие, Лорический комбинат, который на протяжении там, последних 5 лет реализовал свою инвестиционную программу. У них стояли сроки, эти сроки закончились в 2020 году, то есть 31.12.2020 года они должны были внедрить ряд мероприятий. Одно из ключевых мероприятий это была установка газочного оборудования, которое бы фактически улавливало ту пыль, которая летела из труб. Вы знаете, к моему удивлению, в конце 2020 года они сами обратились к нам с просьбой выдать им новое разрешение, в котором уже стояли те показатели, не те, которые были до того заоблачные, а чтобы мы им выдали разрешение уже с теми показателями, которые действительно предусмотрены перспективными технологическими нормативами, то есть то, к чему они должны были прийти. Они показатели, показатели чего? Разрешенные выбросы из этих источников. То есть фактически они показали, что они закончили модернизацию этого объекта, получили новое разрешение уже с заниженными, с низкими показателями и работают. После того, как произошла эта модернизация, после того, как мы им выдали разрешение, да, действительно продолжались жалобы со стороны жителей. Мы сами видели на камерах, на веб-камерах, ну, которые в онлайне можно посмотреть, мы видели, что были выбросы такие залповые из предприятия, то есть фактически это есть нарушение законодательства. Но я больше чем уверен, что тут уже вопрос не в оборудовании, я больше чем уверен, что тут вопрос уже в эксплуатации того или иного оборудования. И просто-напросто, ну, где-то, скажем так, не соблюдали технологический регламент. И, соответственно, я уверен, что да, они за это тоже должны пострадать. Экологическая инспекция должна сделать соответствующие выводы. Но, тем не менее, позитивные кейсы тоже есть. Спасибо вам большое за разговор. Руслан Стрелец, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, был у нас в гостях. Оставайтесь с нами, и мы обязательно увидимся.